Нашлась мама маленькой Миланы. Столичным полицейским удалось разыскать родительницу, оставившую ребенка у няни. Ею оказалась 39-летняя гражданка Узбекистана, которая, помимо прочего, обвиняется в незаконном пересечении границы. Как рассказывают сотрудники департамента внутренних дел, женщина сначала искала себе работу, а потом поехала к подруге и задержалась. Напомню, об этом случае мы уже рассказывали в прошлых выпусках CV News. Видео из больницы, куда 14 апреля поступила девочка в возрасте примерно 10 месяцев, в нашу редакцию прислала одна из телезрительниц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено местонахождение 39-летней женщины. В настоящее время сотрудниками полиции ведется досудебное производство по фактам оставления в опасности, это 119-я статья, и незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан, статья 392. Проводятся в настоящее время следственные действия. Женщина помещена в приемник-распределитель департамента внутренних дел города Астаны. А ребенок в настоящее время находится в больнице.